Всем привет, Toyota Corolla, сутки кузов, трехспицевый руль. Как добраться до гайки, чтобы открутить руль? Как снять вот эту вот штуку? Это у нас руль три спицы, здесь нет подушки безопасности, здесь только, соответственно, клаксон. На тыльной части нет никаких винтиков, есть только одна полосочка за вот этой нижней спицей. Здесь вот мы находим такую вот прорезь с металлической такой штучкой. Берем такую плоскую отвертку, подцепляем таким вот образом и как бы вот нажимаем на нее и ждем, когда у нас, ну, второй рукой надо помочь отстегнуть вот эту вот подушечку оттуда. То есть вот так вот нажали и второй рукой отстегиваем подушку. Ну, не обессудьте, я называю подушкой, хотя подушки безопасности здесь нет. И вот таким вот образом снизу как бы вверх мы ее отцепляем и видим вот такую, соответственно, картину. Здесь важно, чтобы у вас все было закручено-прикручено, то есть винтики, шпинтики. Если у вас там гудит через раз, то, соответственно, зачистить вот эту вот площадочку, чтобы она у вас касалась вот этой вот части, это отвечает за сигнал. Но если вам необходимо открутить руль, вот она гайка, там сидит все на шлицах, но проблема в том, что снять руль, сдернуть руками очень тяжело, то есть надо какой-то съемник брать и при помощи него, соответственно, снимать. Ну и давайте я покажу. Вот снизу я заношу отверточку, вот сейчас тут, если достану. Вот, и, соответственно, мы вот этот крючок с вами отодвигаем и высвобождаем вот эту вот, ну, подушку, я ее называю, подушку руля, так скажем. Вот. Для того, чтобы поставить на место, необходимо ее упереть вот в эти вот крючки и, соответственно, защелкнуть низ. Давайте я вам покажу, как это делается. Так вот вставляем, да, до упора и защелкиваем вниз, все, она у вас надежно держится, сигналит, то есть никаких проблем нет. Все достаточно удобно, быстро, можно даже попробовать вот ключом от замка зажигания снять, если есть необходимость, но лучше использовать плоскую отверточку.